Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox. И сегодня поиграем с вами в новый симулятор качка. Ultimate Lifting Simulator. И у меня для вас уже есть в начале один кодик, который называется Begin Lifting, ребята. Я уже его использовал, он дает 100 вот этих гемов. Зачем эти гемы, я не знаю, потому что играю я буквально пару секунд и начал вместе с вами. Итак, что у нас есть? Вот такая штанга. Мы прокачиваем все силу. По одной силе за каждый, получается, качок. Так, давай, давай, давай. Так, у нас появилась какая-то аура. Я начал качаться еще жестче. Хорошо, получается, чем больше я прокачиваюсь, Не меняя, тем больше комбо. У меня же 16-17 комбо. Я вижу, вот чуваки вообще светятся просто капец. Вот этот каким-то желтым, я не знаю, ярко-желтым. Этот вообще белым таким небесным цветом. Смотрите, я начинаю тоже светиться. Ага, то есть чем больше я прокачиваюсь, не отвлекаясь, тем больше я свечусь. Так, если я перестал качаться, свет пропал. Хорошо. То вторая кнопочка — это панч. Мы можем сражаться. Естественно, качки хотят после того, как покачались, мышцы напряжены, пора и кому-то мордаст набить. Но мне пока рановато, потому что я нахожусь в самом низу. Так, и сквад. Сквад — это у нас приседание, да? Хорошо. И мы, по идее, прокачиваем себе скорость бега. Все, я понял. То есть мы прокачиваем себе силу и скорость бега. По карте еще разбросаны всякие вот такие зеленые штукенцы. Я так понимаю, это гемы. Вот эти гемы. Так, что мы можем получить? Какие-то скины получить. Камон, это ящики. Окей, так, мы подбираем, сколько я получаю. Плюс 2 гема. Так, мы получаем скины за 400 гемов. Так, 2000 гемов. Окей, давайте какой-то скин себе откроем за 100 гемов. И мы получаем себе, что? Все, Наруто. Что-то там было Наруто. Orange Gloves. Ну ладно. Так, веса. За 1000 гемов. Ага, чем больше гемов, тем больше я могу что-то себе одеть. Я понял. И веса, по идее, добавляют больше силы. Скини рукавиц. Так, у меня были красные. Я могу одеть себе оранжевые. Так, меня кто-то пришел убивать, что ли? Так, давайте проверяем. Да, теперь у меня оранжевые. Но на оранжевые не похожи. Пускай будут коричневые. Такие светло. Боже, они фигачат друг друга. Смотри, по всей карте летают здесь чуваки. Осторожнее, меня не зацепите. Он убил его. Офигеть, они шустрые. Так. Дальше, Glow Skin Rebirth за 10 тысяч силы, я понял. И магазинчик, магазинчик я могу купить. Супер лифт, ограниченная серия за 250 робоксов. Супер протеин бар за 60 робоксов. X2 комбо гейн за 150. Насколько? Насколько? На 30 секунд, спасибо, не надо. Обычный протеин бар 30 робоксов стоит. Фастер, быстрый бег. Насколько? Насколько? Ага, значит, мне еще денег не хватает. И максимум комбо. Боже мой, где-то 500 робоксов стоит, ребят. Так, это бусты, тренеры. Это, я понимаю, питомцы. Питомец на силу и питомец на бег. Меня отправляют на бой. Не-не-не-не-не, спасибо, гемы. Гемы у нас стоят довольно-таки дорого, ребят. 80 робоксов. 1000 гемов стоит 300 робоксов. Так, покупать я пока что не буду. Возьмем себе супер протеин бар за 60 робоксов. И возьмем себе обычный бар. Проверим просто, сколько у нас супер протеин бар стоит и сколько обычный. По 30 и 60. В общем, 90 робоксов потратил. Закрываем эту штуку и начинаем прокачиваться. Нет, прокачка — это не мое. Что-то здесь пишут. О, меня уже нашли мои подписчики. Привет, ребята. Так, обычный протеиновый батончик за 30 робоксов. Омс! Я получил 50 силы сразу. Хорошо, хорошо. Смотри, 50 силы сразу. Так, вон, сражайтесь там, сражайтесь. И супер протеин батончик. Ну-ка, давай. Плюс 100 силы. О, я сразу подрос, ребята. Я все нахожусь в конце, но это уже лучше, чем я начинал. Так, у меня пока что есть 200 силы. Что я могу сделать? Кстати, здесь еще что-то локации. Здесь есть вот беговые дорожки, штанги. Сюда Олимп. Я могу попасть на Олимп? Нет, не могу. Нужно 30 тысяч силы. Хорошо. Какой-то солнечный пляж. Солнечный пляж за 5 тысяч силы. Я тоже туда попасть не могу. Пока мне везде рано. Слушайте, я здесь вообще, оказывается, нубчик. Я полный нубасик, ребята. Мне нужно качаться и качаться. Здоровяк, давай я тебе сейчас у тебя намаслаю. Давай, получи, получи, нига. Вот это да. Меня качок просто в космос запулил. Так, а как мне вернуться обратно? Как мне вернуться обратно? Я все еще лечу вверх или вниз? Я вообще не понимаю, где я нахожусь. Так, о, я же могу покачаться теперь. Я могу качаться в космосе. Космический качок, ребята, смотрите. Я реально как Зевс, я какой-то в небе, космический качок. По идее, я лечу вниз. Ну-ка, если взять эту планету, я опускаюсь? Нет, я не опускаюсь, я где-то застрял. Я где-то застрял вообще в космосе, мне нужно спуститься, у меня 21 комбо.
Мне нужно сбрасывать персонажа. Мне нужно умирать срочно, ребята. Вот так делаем. Бум! И меня, скажем так, расплющило. Я реально улетел в космос, у меня даже язык высунулся. Так, все, я вернулся на землю. Сюда я попасть, увы, не могу. Нужно 5000 силы. Здесь самый большой чувак, 10000 силы. Он может попасть вот сюда, но он не может попасть еще в Олимп Зала Славы, ребят. Я думаю, что в следующей серии мы по-любому с вами попадем в Олимп, но в этой серии нам придется прокачаться и попробовать убить какого-то качка. Опа, сейчас, смотри. Ну-ка, иди сюда, Богданчик. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, смотри. Хо-хо-хо, я кого-то даже смог убить. Да, первая победа. У меня... Так, стоп, Винс 0. Почему Винс 0? Ты куда? Ты меня запылил в космос? Капец, у него силище. Получается, он меня отбрасывает даже. Я не могу ничего сделать. Ладно, покачаемся, покачаемся еще немножко. Так, давайте посмотрим, что у нас еще есть в магазинчике. Вот, чувак, смотри, какой он опасный, опасный. Так, убираем. Он... Где он находится? У него мало хп. Давай, 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 давай. Затроллил. Затроллил его. Так, а ну, Биг. Егораго. Уйди, пожалуйста, вообще отсюда. Не трогай меня. Не гоняйся за мной, дружище. Я понимаю, ты мой подписчик, но не нужно так делать, дружище. Пожалуйста, не надо делать это. Все, вон, вон, сражайся с мелкими там. Я отсюда покачаюсь. Я пока что покачаюсь. Если набрать 100 комбо, как я буду светиться? Пока что у меня фиолетовое свечение. Я так понимаю, мне его могут легко прервать, потому что... Так, стой, а есть здесь автопрокачка? Если кнопку зажимать, ага, так, так не катит. Нужно постоянно клацать. Клацать, клацать, клацать. Ребята, это, естественно, кликер. Любой симулятор качка в Роблоксе — это жесткий кликер. То есть готовьтесь либо ставить автокликер, либо очень много кликать, что вам, естественно, надоест. Так, эти здоровые качки, опять он бежит ко мне. Чувак, уйди. Просто уйди. Не нужно. Ты меня вот. Ты меня раздражаешь прям вообще очень сильно. Я... Капец тебе. Ну все, держись. Молись, моли о пощаде. Получи, получи. Хорошо. Не-не-не-не-не-не-не. Ребята, я опять улетел в космос. Сейчас я вернусь обратно. Так, я вернулся опять на землю, продолжаю качаться. Заодно я сменил еще и сервер в полете. Да, я так тоже умею. И я вижу, здесь ребята очень жестко прокачиваются. И они ничего не подозревают, потому что я иду тихонечко, подхожу. Достаю рукавицы и давай. На-на-на-на-на-на-на. Минус один. А ну-ка, второго, смотрите. Это здоровый качок. У него много силы. Он достал перчатки. Я его обойду сзади. Не-не-не-не-не, стой. Куда? Боишься, правильно, боишься. Что там происходит? Там какой-то чувак застрял в скале, и он прокачивается. Ага, ну-ка, поприседаем. Опа, опача, давайте. Раз приседалка, два приседалка. Слушайте, а на приседалке комбо не работают. А где я могу посмотреть свою статистику? Так, так, get skin мне не нужно. Веса. Ребята, если я возьму себе следующий вес за 1000 гемов. За 1000 гемов. А сколько стоит мне 1000 гемов? Мы с вами смотрели. Тан-таран-тан-тан. 300 робоксов, ребят. Не-не-не, дороговато. Я не буду брать. Я пошутил. Я не буду брать. Я просто приседаю. Стоп, я еще, знаете, что не проверил? Я не проверил штанги. Получается, возможно, если я буду штангами качаться. Смотри, чувак, он очень ярко светится. Он очень ярко светится, но он очень маленький. У него даже ник два раза. А ну-ка, иди сюда. Получай, получай, получай. Я мега-качок. То есть я покачался уже полчаса и уже мега-качок качком стал. Окей. Так, как мне здесь прокачаться? Я могу как-то залезть? Так, я хочу покачать. Что здесь, не работает, что ли? Или не мой размерчик? Так, а как я пока могу покачаться? Я хочу использовать штанги, я хочу скамейку использовать. Почему нету ни кнопочки, ничего? В этой игре что, не предусмотрено? Я очень расстроен. Ладно, давайте проверим хотя бы беговую дорожку. Возможно, хоть беговая дорожка меня не расстроит. Так, залазим сюда и побежали. Так, она должна была включиться. Она включается или нет? Эй, дорожка. Походу, здесь ничего не работает, ребят. Здесь ничего не работает. И на Олимп я попасть не могу. И в эту зону попасть не могу. Пока что, скажем так, наша участь — это качать силы. Возможно, нужно, знаете, что сделать? Поставить на ночь прокачечку и за ночь прокачаться просто до неимоверной мощи. Сколько получается, я делаю качков в секунду? Сколько раз я... Так, ладно, какой-то бой. Я схожу на бой, почему бы и нет? Давайте протестим свою мощь. Я уже мощный чувак. Смотрите, вот эти чуваки, в принципе, примерно как я ростом. Я нахожусь где-то... А, я четвертый с конца, то есть я не самый слабый. Окей, у меня 17 скорости, я самый медленный, и у меня 336 мощи, я почти самый слабый. Окей, ну вот я вижу чувака. Опа, 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 вот этого, вот это, давай, получай, под зад. Меня кикнули. Итак, мне пришлось даже перезайти в игру, потому что меня реально кикнули из сервера. Я не знаю, что это было, но вы видели эту надпись, я уже думал, меня забанили. За что? За то, что я
просто победил какого-то очка, либо кого-то я обидел, ребят. Давайте, мы на этом серию заканчиваем. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. А с вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения, спасибо за просмотр и всем покедова!